Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. В студии працует Александр Гамоля. Добрый день. Глядите в этом выпуску. Узровень беспрацовья у Гомеля складает меньше, как 1%. Творчую встречу с прихильниками провела народная артистка Беларуси Галина Павлянок. Суперлимон вагою 1 килограмм вырастил гомельчанин. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Узровень беспрацовья у Гомеля зараз складая 0,9% от колькости экономично активного насельництва. Такая лишба была огучена на сегодняшнем посяджении Гомельского гарвыканкама. Его удельники разглядели ход выконания мероприемства по занятости насельництва. Олег Сентюров ведает ситуацию на рынку працы. За последние 15 годов у плане беспрацовья у Гомеля самым несприяльным был 2009. Тогда на улик поставили 11 340 человек. По всех прогнозах, сегодня эта лишба будет на треть меньше. Створение новых працовных мест, профессиональная переподготовка беспрацовных, допомога в открытии уластной справы, организация часовой занятости, накирование на оплачиваемые громадские работы. Это бодай основные накирунки, которые позволили не только утримать ситуацию под контролем, але и выполнить все показчики, предугледженные городским планом мероприемств по реализации державной программы занятости. Причем в рамках борьбы с социальным утриманством працаулаткавали навод тех людей, которые ранее працевать принципово не жадали. В общей сложности в пределах больше 3000 за два эти года. Люди, которые годами, даже десятилетия не работали в связи с принятием этого закона, обращались. Значит, поэтому эта работа будет продолжаться. Улица Пролетарская, 18. Минавито по этому адресу находится Гомельский городский центр занятости. Сегодня тут кажут об наявности сотни вакансий. Иншая справа, что не все беспрацовные погоджаются с пропонуемой зарплатой. Швачка может заработать 300 рублей, танковщик 500, урач, в зависимости от квалификации установы, от 240 до 570. До речи, зараз самые запотребованные специальности у медицине и социальной сферы. От всех заявленных вакансий у нас поступает около 25% по отрасли строительства, 42% от отрасли здравоохранения и социальные услуги, от промышленности обрабатывающей 12%, оптовая и розничная торговля около 6%, ну и по образованию около 5%. Один из направлений работы, якому у Гомеля надается особливая увага, супрацовництво с наймальниками по управлению по праце, занятости и социальной обороне насельництва погоджаются. Некоторые керовники предприемства еще могут не поведомлять об існующих вакансиях, але это больше выключение, чем правило. Урешті, это невыгодно, перш за счет самим наймальникам. Не ставится задача нанимателю навязать кого-то, а ставится задача, чтобы наниматель предоставил вакансию и выбрал. Пусть он выбирает с 10, с 20, с 15 человек. Того, кто больше покажет ему, даст возможность повысить производительность труда, более эффективно будет работать. А тот, кто будет видеть, что идет конкурентно, не просто отбирает нанимателя, а конкуренция, он пойдет тогда на переподготовку, повысит свою квалификацию и будет востребован на рынке труда. Что тычется наступного года, то главная задача застается ранейшей – заховать сбалансованность на рынку працы. При этом больше уваги плануется надать адаптации до працовной деятельности инвалидов, а так само працеуладкование беспрацовных с далеко выпускников средних и высших научных установ. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Мясцовые улады допомогут жыхарам региона знайсти отказы на хвалюющее пытание. У субботу протягнуть работу прямые телефонные линии. 17 снежня звороты громадян выслухая старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона 75 12 37. Гомельчане могут звернуться до старшини гарвыканкама Петра Алексеевича Кирыченки. Звонки он будет принимать по номеру 75 19 84. Час работы прямых линий с 9 раницы и до полудня. Протягиваем выпуск. Творчую встречу провела у Гомеля народная артистка Беларуси Галина Павлянок. Подчас душевной гуторки слухачи доведались об житевом и творчем шляху выдатной вокалистки. Почули любимые творы у яе выконанні. Вероника Ворошилина с подробязностями. Галина Павлянок, народная артистка Беларуси, лауреат премии президента краины за духовное отражение, ведущий майстер сцены и мастацкий кераўнік Гомельской областной филармонии. С раннего детства она полюбила музыку и все свое житё просвятила сцене. За плячима артистки Гомельское музычно-педагогическое училище, Ленинградская консерватория имя Рымского Корсакова, а затем 5 годов працы солисткой оперы Новосибирского державного академического театра оперы и балета. Без малого 40 годов Галина Павлянок працуе у Гомельской областной филармонии. Просачи жить
жыццёвый и творчий шлях артистки гости вечера смогли не только по час душевной гутарки с ёй, а так само про шматликие фотоздымки узнагороды, представленные на специальной выставе у музея фотографии. Я посмотрела, мне нравится. Основные вехи как бы отражены в фотографиях. Вот. Есть позитив такой, есть интересно. Никогда у меня не было, в общем, для меня это новинка как бы в таком плане. Обычно я пою, немножко фотографируют меня и все. А тут как-то вот, ну, мне это дорого все. Прихильники таленту Галины Павлянок почули у ее выконании проникненные романтичные композиции. Профессионализм, выдатные вокальные дадины и великий сценичный опыт допомогли ей завоевать любого слухачу, как у нашей краине, так и далеко за ее межами. Кожное выступление, встреча с высоким мастерством, гармонично побудованный спектакль, музыка разных стилей и эпох, и головная душевность и щирые эмоции. Гэты ж вечер стал одним из проектов масштабного марафона мероприемства, присвященных надыходящему 50-годовому юбилею областной филармонии. Творческий коллектив Гомельской областной филармонии подготовил ряд мероприятий, концертов, встреч, где в буквальном смысле следите за нашими афишами, анонсами. А пользуясь случаем, хочу пригласить всех 24 марта в 18:30 в зал ОКЦ, где состоится большой юбилейный концерт. Приходите, будет интересно, и полувековой юбилей Гомельской областной филармонии, первой филармонии в республике, отпразднуем вместе. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». 17 снежня будет означаться День белорусского кино. С этой нагоды у эфира канала «Беларусь-3» будет представлены тематичный показ мастацких и мультипликационных фильмов в творчести национальной киностудии «Беларусьфильм». На телеканале «Беларусь-4» глядачы так само смогут поглядеть белорусскую картину. Комедия под названием «Три женщины и мужчина» у 1999 году на кинофестивале «Краины СНД и Балтии Киношок» отримала специальный приз за захование творчего супрацовництва. У ролях Евгения Глушенко, Нина Усатова, Виктор Мярешко, Ростислав Янковский. По сюжете этой комедийной стушки немолодые женщины, стрижные сестры Нина и Жаклин, закаханные у одного мужчину, авантуриста Александра. Молодый человек встречается сразу за бедвями и при этом не имеет никаких обязательств. Дамы равнуют Александра одна до одной, а неузабаве у них появляется молодая соперница. Глядите авантурную историю «Три женщины и мужчина» завтра у 21:35 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Шлях от кветки с тонким пахом до ярко-желтой кожуры 10 месяцев. Павловский лимон с плодом рекордной ваги гамельчанин Сергей Дворанинов вырастил на домашнем подоконнику. Подробязности в наступном сюжете. Килограмм. Почти. Вырос он вот на этом месте. Экологически чистый продукт. Здесь не было ни одного грамма никаких удобрений. Треба сказать, что опошние 10 годов Сергей Васильевич что год отрымливая с гэтага лимона плоды от 700 граммов як раз до профессийного свята – Дня энергетика. А на початку гэтага года домовился со своим гадаванцем на рекорд до дня нараджэння. Або два баки погодне не подтвердили справой. Раслина забеспечила небывалый ураджай як раз до особистого свята господара, подяковала за сонечное окно, тепло, землю на основе сапрапелев и добрую энергетику у кватеры. Я стараюсь не раздражаться. Стараюсь быть всегда в хорошем настроении. Он действительно любит музыку, любит, когда ему читают стихи вслух. У гэта тяжко поверить, але два саджанцы, які у свой час люди не забрали, хоть и збираліся, не такие прыгожие, як остатние. Але ситуация выправится, упэўнены Сергей Дворанинов. Галоўнае растить лимон не с косточки, а с чаранка. Не забываться поливать раслину каждый день, а летом и подчас отяпляльного сезона два раза на день. И не ленаваться лечить листья. Минимум 25 необходимо дорослой раслине для життя и еще 25 листиков, каб выгадывать один плод. Математика не складаная, але потрабуе намаганию и часу. И вот именно плод килограмм весом дает мне право утверждать, что это время я потратил не бесплодно. Алена Троценко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи у эфира.